такие мы красивые, у фонда символов Серёг. И уже тогда предполагают или ставят вот этот диагноз. Это невролог ставит диагноз? Да, это неврологическое заболевание. И вот вечером мы встретились в одной палате с баптистами, они тоже ходили, но они песни пели. Она просто хотела жить. То есть это сила воли? Это сила, ну вот, это сила воли. Как вы это делаете? Вы знаете, мне в этом очень помогает вера. Делатели на радио «Вера». Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен. И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. У нас в гостях два замечательных представителя фонда «Живи сейчас». Это Юлия Пасашко и Млада Токарева. Фонд «Живи сейчас» занимается очень непростым направлением помощи. Это помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом. Может быть, кто-то слышал про такого замечательного физика Стивена Хокинга, который как раз страдал этим заболеванием. Я недавно прочитал, что и Шостакович тоже вроде бы как раз известный, да, композитор, именно этим заболеванием тоже страдал. Заболевание достаточно редкое, но гениев это посещает достаточно часто, как мы понимаем. Что это такое и как именно фонд помогает? Давайте начнем с этого вопроса. Давайте я скажу. Как раз ехала в метро и читала наш годовой прекрасный отчет. Покажу вам, как он выглядит. Вот такие мы красивые. У фонда символ Василёк. Василёк внешне похож на двигательный нейрон. Именно двигательные нейроны поражаются при этом заболевании. Они перестают передавать сигнал от центральной нервной системы к мышцам. И человек постепенно разучивается ходить, глотать, ну, в конце концов, дышать. Вот такая вот страшная болезнь. Она посещает людей в любом возрасте. То есть нельзя сказать, что риску подвержены, например, только пожилые. Нет. Мы, кстати, сейчас видим, что болезнь стремительно молодеет, к сожалению. Непонятно, почему люди заболевают, причины не ясны, нет лечения. То есть вот такая зараза. Ну, то есть это даже невозможно, например, генетическим тестом определить, есть у меня склонность к этому или нет, да? То есть невозможно. В какой-то момент на каком-то стрессе, да, тело вдруг начинает вот так вот отзываться. И даже нельзя сказать, что стресс, просто неизвестны причины. Хм. Фонд возник в 15-м году, Млада, как человек, который много лет работает, может меня поправить, возник как инициатива самих пациентов. Ну, по сути, вы знаете фонд «Вера», помощи паллиативным больным. Чем-то мы очень похожи. В том, что я просто вспоминала, как фонд «Вера» возник из стараний Веры Миллионщиковой, терапевта, которая замечала, что люди с неизлечимыми заболеваниями, там, с онкологией, они просто оставляются один на один со своей болезнью. Ну да, как бы выброшенные вообще из жизни, из общества, да. Из всего. Из социальной жизни. Человек с БАС тоже оказывается вот таким выброшенным. И по большому счету фонд помогает людям вот оставшиеся годы, кому-то, может быть, месяцы, прожить достойную жизнь и получить всю необходимую помощь. Потому что помощь есть, можно помочь человеку. Например, можно начать респираторную поддержку. Давайте пояснять, что такое респираторное. Сложные слова, помочь это всегда дышать. Что-то серьезное. Помочь, да. Человеку дышать, да. На самом деле наше государство помогает, должно помогать людям с БАС, паллиативным больным. Но часто сами врачи не знают, как это сделать правильно. У нас есть прекрасный закон 2019 года о паллиативной помощи. И часто фонд занимается тем, что помогает этому закону работать, потому что просто на местах просвещает людей. Просвещает людей, да? И не только пациентов, но и врачей. Врачи. Да, потому что по закону, например, если человеку положена респираторная дыхательная поддержка, да, и врачебная комиссия признает его нуждающимся там, в определенных аппаратах, за 5 дней рабочих он должен быть обеспечен. 5 дней. А у нас люди часто ждут очень долго. Месяцами. А у них нет этого времени. Да. А иногда и больше года. Да. Кошмары. Млада, я знаю, что вы с темой БАС каким-то мистическим образом в первый раз столкнулись в детстве.
В детстве, да. Тогда я еще не знала, что это БАС, а заболел мой дядя. Он был корреспондентом ТАСС и работал в Африке, в Тунисе. И он попал вместе с семьей в аварию. И вот он держал на себе автомобиль, пока его жена и двое сыновей выбирались из машины. И вот это было колоссальное вот физическое вот это напряжение. И вот потом что-то у него надломилось. Тогда болезнь была совсем неизвестная. Но я приезжала, когда в гости к нему, мне было 10 лет. А я видела, это было, то есть, очень тяжело. Я видела свою тетю Лёлю, которая ему за спиной, он сидел в кресле, а лежать он не мог. Она за спиной ему работала такими какими-то вот, каким-то приспособлением, поднимала и таким образом давала ему дышать. Вручную практически? Вручную. Кошмар. Практически. Она тогда надорвала себе сердце, то есть это было тяжело сказать мало. Вот, и тогда вот дядя Саша ушел. Причем узнала, что это БАС, я уже во взрослом возрасте. Тогда говорили, что его укусила какая-то муха там, и начался паралич. Ну вот, оказалось, что это был БАС. Насколько я понимаю, этот диагноз вообще достаточно молодой с точки зрения именно диагностики, да? Признания, да, его, да, угу, и диагностики. Вы знаете, ну он молодой с точки зрения диагностики, но... Ну вот, например, если говорить об известных людях, Мао Цзэдун, Лу Герика болезни, это то же самое. Болезнь Шарко, это то же самое. Вот Владимир Мигули, кстати говоря, ей уже болел. И читая, вот я люблю читать вот мемуары, вы знаете, честно говоря, очень нередко я натыкалась, ну, у меня уже, наверное, профдеформация, но я натыкалась на описание, как болели вот кто-то из художественной литературы, очень похоже, но это имеется в виду мемуары, которые вот там великие князья, там, mm-hmm, вот еще кто-то такой вот, таких известных людей. То есть она существовала, просто ее не диагностировали. А сейчас научились диагностировать. Я так понимаю, что там отказывают по частям вот органы, различные, да, органы, да, организма, да, да, и в итоге человек чаще всего умирает от удушья, да, потому что отказывают органы. Не легкие, всегда. Да? У всех течение заболеваний очень индивидуально. Даже опытные врачи, они ошибаются в прогнозах и в ту, и в другую сторону. Оно начинается по-разному. Оно начинается либо с нарушений с ног, когда вот, ну, человек начинает спотыкаться, пришлёпывать стопой, ну вот что-то такое. С рук перестает просто работать один какой-нибудь палец. Или с нарушением голоса, речи. Сначала, как правило, это достаточно длительный период диагностики, ищут там последствия инсульта, проходят лоров, ортопедов, там еще что-то такое, пока не попадают на опытного врача, который направляет на электронейромиографию, и уже тогда предполагают или ставят вот этот диагноз. Это невролог ставит диагноз? Да, это неврологическое заболевание. А вот дальше, как оно будет развиваться, это очень во многом зависит от человека, от его, понимаете, просто желания жить. Да, безусловно, есть разные формы заболевания, они бывают более такие вот медленно текущие или агрессивные, но... поведение, отношение человека к заболеванию играет огромную роль. И у меня этому есть вот просто вот пример, который вот я, работая с людьми, с семьями, я постоянно ставлю им в пример. Потому что нельзя опускать руки. Нужно, вот наш фонд называется «Живи сейчас». Нужно жить сейчас. Да, это данность, с которой уже они будут жить. Уйти от нее нельзя, но жить с ней можно и нужно. Вот. А что за пример вы ставите? А пример – это уже тем же мистическим образом, но меня 10 лет назад, вот, так сказать, была встреча. Тогда мы переехали в другой район Москвы, и я стала ходить в храм новомучеников и исповедников российских в Строгино. И тогда в моем же личном графике как-то вот получилось так, что появилось какое-то свободное время, которое я могла уже по собственному усмотрению как-то вот распределять. И я увидела объявление у нас на информационном стенде храма о том, что при храме работает служба милосердия и приглашает желающих всех присоединиться. И вот первым моим заданием просьбы было погулять с женщиной, инвалидом, колясочницей. И вот это была вот встреча, которой стала, вот мы дружим вот 10, наверное, 11-й год уже вот на данный момент.
Совершенно уникальный человек. Татьяна Добрышина. У нее бас, вот, да? У нее бас. Вот мы говорили о Хокинге, который вот с 20 лет первый признак, и он в 70, сейчас вот поправьте меня, вот, то есть он прожил 50 лет с этим заболеванием. Да. А Таня болеет вот на данный момент уже 25. А в России я пока не знаю. То есть, возможно, в мире где-то могу ошибиться, кто-то есть, а в России я не знаю. Есть люди, которые и свыше 20 лет болеют, но Таня, наверное, больше всех. И это просто вот реально уникальная сила характера, сила воли, жизнелюбие, стойкость такая, что вот, так сказать, она болеет, но она не только сама полна энергии и вообще какого-то, понимаете, вот она наполнена, она и всех еще наполняет. Она, вы удивитесь, но она продолжает работать с ее бульбарными нарушениями. Бульбарный – это означает нарушение речи. Да, и у нее с этого именно дебютировало заболевание. И на первом этапе она очень агрессивно развивалась. Она его остановила. Она просто хотела жить. То есть это сила воли? Это сила, ну вот, это сила воли. Ей тогда, в самом начале, в научном центре неврологии, очень известный врач, она давала где-то 2-3 года. Вот так вот. А уже 25. Да, уже 25. У нее тогда сыну было 3 года, вот тогда, когда она заболела. Она себе поставила цель довести его до института. Ну вот он уже окончил институт, так сказать, все. Вот, и она собрала вокруг себя вот просто вот команду, можно сказать, единомышленников. Она работать продолжает, она работает репетитором. Mm-hmm. Она готовит детей по математике к очень таким вот продвинутым сложным школам. Ничего себе. Физмат МГУ, химический лицей, там кто живет в Москве, знает, что это вот такие очень элитарные учебные заведения. А вы как ей помогали? Вы просто с ней беседовали, общались? В чем заключалась вот эта история? Нет, минуточку, да. Нет. Мы первый раз встретились, и это была задача погулять. Она на колясках, ноги у нее работают слабо, но работают. А с помощью двух человек с двух сторон она может пройти, ну, достаточное по расстоянию какую-то дистанцию, это, скажем так, многоподъездный дом, и мы 1-2 раза его обходили. Прогулка занимала порядка часа. Вот первый раз мы с ней погуляли таким образом, но что значит прогулка один раз? Гулять надо каждый день, есть, спать, гулять нужно каждый день. И тогда же вот, вот мой график просто вот позволял. Тогда мы с ней и как раз это все организовали. Мы раза 4 в неделю по утрам вот гуляли. Вокруг нее сложилась такая вот очень крепкая команда. Несколько человек постепенно присоединялись, надо гулять вдвоем. И вот у нас был вот просто вот график такой вот выстроенный. Каждый день мы гуляли, нас обожала абсолютно там вся округа. Все с нами здоровались, люди просто вот если вдруг, ну, мало ли какая-то ситуация, бросались там помочь, еще что-то такое. Ну вот, собственно говоря, это по сей день. Завтра я с ней опять увижусь в обед. Мы с ней пройдемся. Давайте ей поклон от добровольного нас. Обязательно, обязательно. Как добровольческая ваша. Да, это такая, ну называют волонтеры, да. Ну вот волонтеры от храма. Ну так это на по следам общения с этой удивительной женщиной возник фонд? Да, да, нет. Она, да, она с самого начала стоит на учете в фонде. И тогда 4 года, вот мы с ней так общались, ну практически вот 4, там иногда 5 раз в неделю. А потом, опять-таки, по моему графику жизненному, у меня встала задача выхода на уже постоянную место работы, там дети, ну, в общем, короче, все изменилось, я уже готова была и планировала выходить на полный рабочий график. И в это же время в фонде как раз требовался координатор по семьям, что, собственно говоря, Таня меня горячо отрекомендовала, и я ушла работать туда. На тот момент медицинская служба фонда работала на базе больницы Святителя Алексея. Вот, и вот это было начало моей работы. Это было в 17 году. Делатели на радио «Вера». Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с представителями фонда «Живи сейчас». Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3443 слово «БАС», поставить пробел, написать сумму. Например, «БАС пробел 500». А что, собственно, заключается, в чем заключается ваша текущая работа? То есть вот вы, можно сказать, пришли от волонтерской помощи через конкретного человека, который вот так вас, можно сказать, в эту тему
включил, да? Угу. Сейчас это что? Вы, я так понимаю, у вас много подопечных, и даже не только в России, да? В России и в бывших государствах СНГ, это Молдавия, Белоруссия, у меня. Другие координаторы по сильным работают и с другими государствами, Казахстан, Грузия. А что значит работают? Это онлайн какой-то или... Да, безусловно, угу. онлайн. С регионами мы работаем онлайн. Я координатор по семьям. Какая моя конкретная задача? Пациенты по всем городам России, по всем регионам, после постановки такого диагноза, они оказываются в очень тяжелом состоянии. Системная помощь не налажена. Очень часто они сразу же после постановки диагноза получают прям вот в выписке пункт постановка на учет фонд «Живи сейчас». Фонд уже, он очень известен, он работает официально, вот, как Юля сказала, с 2015 года. И он единственный в России, да, получается? Он единственный в России, да-да-да. И очень многие областные, краевые, городские больницы, они уже знают о нас и сразу же рекомендуют пациентам вставать на учет к нам, поскольку отсюда они получат всю помощь специфическую по этому заболеванию, помощь врачей, специалистов, поддерживающих терапии, консультации по всем вопросам, что именно и каким образом нужно получить от государства, помощь психолога, помощь патронажной сестры. У нас целая, так сказать, такая вот мультидисциплинарная команда, то есть сопровождение пациента идет от и до. Даже частично удается решать какие-то волонтерские задачи в регионах. Иногда они узнают не от медицинских учреждений, а просто в интернете, забив поисковик БАС, они тут же получают вот информацию о нашем фонде. И моя задача следующая. Я принимаю их заявку на постановку на учет, высылаю им запрос на весь необходимый пакет документов, формирую карту, и дальше мы уже переходим к такому первому длительному подробному разговору. Моя задача узнать все о пациенте, когда он заболел, какова была дальнейшая динамика, где он диагностирован, какое состояние на данный момент, вплоть до особенностей, что происходит в семье. Бывает так, что человек вообще одинокий, то есть у него вообще нет родственников. На таких людях наша особый фокус внимания, я имею в виду. Вот. И затем я составляю себе картину, так сказать, какое-то примерное понимание вот его теперешнего состояния и стоящих перед нами вот первостепенных задач, и даю такой вот очень такой вот сжатый, но тем не менее обзор человеку, как правило, я разговариваю с родственниками, реже с самими пациентами, что ему необходимо знать на данный момент. Все об этом заболевании. Я ему не рассказываю всего, поскольку это он не готов к этому, это и он находится в состоянии и стресса, и какого-то... То есть ему надо знать, что ему нужно сделать сейчас. Мы с ним обговариваем вот этот план работы, и я ставлю задачу нашим врачам, всем специалистам на проведение консультации, уже на видеоконсультации, осмотр и... расписаны все тактики дальнейшего введения этого пациента. Затем, когда он проходит весь этот круг консультации, я смотрю, мы корректируем курс, дальше решаем все наши задачи в зависимости от его состояния. И это может быть получение оборудования респираторного от государства, или, ну, так сказать, вот решаем весь круг задач. Затем, когда уже он всем необходимым обеспечен, далее мы с ним уже находимся так вот на более такой вот пунктирной связи. То есть, когда он когда там какие-то происходят, у него новые проблемы, появляются вопросы, они уже обращаются письменно, по телефону, по видеосвязи, как удобно. И дальше мы уже смотрим, что надо делать. То есть, вот под патронажем у меня находится вот порядка, ну, у нас у каждого координатора порядка 200 семей. Ну, получается, вы первый человек, с кем вот профессионально уже говорит семья, да, и фактически вы, да, да, получается, принимаете первый удар на себя, да, во многом. Да, именно люди так. Люди же, наверное, чаще всего задают этот вопрос о том, за насколько... За что мне это? Ну да, за это же неизлечимое это? Заболевание. Да. Что вот, как это происходит у вас, как внутренние силы? Вы знаете, внутренние силы, да, это очень хороший вопрос. Внутренних сил здесь надо иметь очень много.
потому что это надо понимать, что здесь принимаешь на себя вот всю вот эту вот боль, всю вот этот вот стресс, растерянность и всю вот этого человека. И надо это сделать как-то вот таким образом и принять это на себя, и дать ему всю необходимую информацию, поддержать и всеми, там, так сказать, не только своей информацией, а всей работой вот этих вот коллег. И вместе с тем, вот что касается сил, да, не дать себя, вот реально не дать себя этим раздавить. А как вы это делаете? Вы знаете, мне в этом очень помогает вера. Вера в Бога. Наверное, не будь ее, я не знаю, насколько я смогла бы вот в этом работать, поскольку это действительно очень тяжело. Вот мои близкие, вот когда они слышат, допустим, вот разговор, мы же все работаем дистанционно, мы работаем, у нас в основном ежедневная работа, у нас у каждого свой компьютер, телефон, вот наше рабочее место, где мы не находимся. То есть вот и мои близкие, когда слышат вот этот разговор, ну, так сказать, это, да, это сложно. Но, понимаете, вот вера в Бога, она дает совершенно другое отношение к болезни, к смерти. Это не ужас. Это, вот вы сказали, за что мне это? А вопрос по-другому стоит. Для чего мне это? И вот когда вот так этот вопрос ставится, и как-то вот не всегда удается, то есть иногда с родственниками или самим пациентом вот разговор переходит в плоскость веры, это мы обсуждаем, но вот вынести, понимаете, вот вынести вот эту вот боль, дать все, что я могу, просто действительно дать с открытой душой, то есть с каждым человеком, с которым ты разговариваешь, это не работа, мы живем в этом, понимаете, вот все дать, постараться довести его, вот поднять его и довести его, помочь ему пройти весь этот путь, ну и вместе с тем самой держаться. А как получается помочь человеку переформатировать вопрос с «за что мне это?», на «для чего мне это?»? Наверняка люди сопротивляются. Ну, по крайней мере, мне кажется, каждый человек, который тяжело болел, я по собственному опыту сужу, достаточно не сразу готов переключить фокус с одного вопроса на другой. Ну, вот так и разговариваем. Вы знаете, это вот именно так и переключаем этот фокус. Причем я могу сказать, что такие вот разговор уже очень глубоко вот так вот по душам действительно за такие вопросы, ну, вообще вот смысла жизни, цели и вот всего того, с чем мы сталкиваемся, я не могу сказать, что это часто, просто физически на это. И сами, ну, понимаете, мы работаем с регионами, мы вступаем в очень близкий такой человеческий контакт. Даже по телефону это все очень даже возможно. Но, тем не менее, это иногда вот возникает этот разговор. И, как правило, предпосылка бывает со стороны семьи, либо родственник, либо пациент. И вот я тогда отвечаю, и вот тогда у нас вот завязывается вот этот разговор. И не мы всегда это есть обсуждаем. Запрос на такой разговор. Вообще. Не всегда есть. Иногда это бывает вот чисто медицинские вот эти вот все вопросы мы решаем. Чисто вот проблема, вот есть такой-то симптом, нужно делать то-то. Не всегда, но, тем не менее, бывает и, ну, так, достаточно нередко. Юля, а как вы оказались в фонде, расскажите? Вы знаете, я о фонде узнала, когда работала в другом фонде, фонде «Вера». Это был, по-моему, 18-й год. Мне вообще очень понравилось название «Живи сейчас». Мне кажется, это один из моих девизов теперь. А тогда у фонда были проблемы финансовые. Если я не ошибаюсь, главный спонсор ушел, и они были на грани закрытия. И я вот тогда впервые узнала, что есть такая болезнь БАС. Конечно, меня она поразила, что вот человек взрослый теряет постепенно, ну, его собственное тело ему отказывает. Самостоятельность, да, теряет самостоятельность при ясном сознании до конца самого. И мне как-то стало так обидно. Неужели вот единственный фонд, который работает с этим, вот сейчас закроется просто из-за того, что нету денег? Я помню, там на пожертвование подписалась. Я вообще как стала за ними следить. Но, слава богу, фонд выкарабкался, сейчас жив. Как-то так. Как я пришла?
У меня был очень интересный прошлый год. У всех нас, конечно, он был интересный. Но я как раз искала работу весь год, подрабатывала как журналист, как копирайтер. И выучилась на сестру милосердия. Сначала для «Красной зоны» в 21-м году в конце. А потом услышала, что нужны волонтеры в госпиталях военных. Прошла повторное обучение и поехала в командировку в ростовский госпиталь. Это было летом, в июне. Ездила еще в Мариуполь. К сожалению, жалею, что так мало. То есть постоянно то искала работу, то волонтерила. Вот такой у меня год был. И как-то я даже, оглядываясь назад, подумала, что это все было очень логично. Вот этот путь меня привел в итоге к фонду «Живи сейчас». И, как всегда, такие встречи, такие события, они происходят, ну, не то что случайно. Я просто закинула резюме в декабре, потом вернулась в январе после гор, ходила в горы, и решила им еще раз написать. «Привет, я тут». Вот. И они мне ответили, и как-то очень быстро собеседование прошло, меня взяли. Я, оглядываясь назад, понимаю, что это был какой-то очень логичный путь, потому что мне хотелось помогать, и мне хотелось не быть в стороне от того, что происходит. Меня как-то все время тянуло в эту сторону. И вот, вот я тут. Делатели на радио «Вера». В эфире «Радио Вера», проект «Делатели». Я Тутта Ларсен. Я Василий Рулинский. У нас в гостях представители фонда «Живи сейчас» Млада Токарева и Юлия Пасашко. Юль, мы сейчас поговорили о том, что ты вернулась с гор, и, можно сказать, одно из первых, наверное, не знаю насчет первых, но одно из желаний это было написать как раз в фонд «Живи сейчас» и напомнить о своем предложении о работе. Сейчас ты занимаешься, насколько я понимаю, службой БАС, то есть непосредственно той службы, которая оказывает помощь людям. Что это за служба, и хотя бы вот в общих чертах, и как вообще получилось? Ты, я так понимаю, у тебя нет медицинского образования, да? Ну вот кроме образования медицинская сестра по уходу нет. Может быть, это даже важнее в данном случае, да? Может быть. Я же работала в фонде «Вера», я с паллиативом была знакома, так или иначе. Хотя я там делала совсем другую работу. Я работала в издательских проектах. Мы делали книги для врачей, для пациентов. И, кстати сказать, одни из первых книг, которые я увидела, когда в фонд «Вера» пришла, это были книги митрополита Антония Сурожского о том, как да, он как про страдания очень как хорошо пишет. Мир, да. Ты их не только видела, но и читала? Да, конечно, читала. Я имею привычку читать книги, которые... Кто это сказал так? Его работы помогали понять, что ты делаешь в хосписе, и теперь что ты делаешь в фонде? Надо сказать, я вот перед эфиром думала о том, почему... Сейчас пытаюсь сформулировать, почему... Как связано христианство и милосердие? Есть ли тут прямая связь, да? И, с одной стороны, ее как бы нету, потому что... Ну, иначе бы во всех благотворительных фондах работали исключительно верующие люди. Но вот я зашла в фонд «Веры» и увидела там книги митрополита Антония. О чем он говорил? О чем он вообще писал? Об особом отношении к человеку. И когда... Ну, которое, естественно, есть, я думаю, что у любого христианина. Отношение как к уникальному. Уникальной личности, неважно, неизлечимое заболевание, неважно, полгода тебе осталось, год, но нельзя человека бросать. И вот это понимание, оно есть и в фонде «Вера», оно есть и в фонде «Живи сейчас». Одно из тоже первых впечатлений за последний месяц работы, я смотрела статистику, что люди отвечают на вопросы, почему они помогают детям, а не помогают взрослым. К сожалению, в нашей стране большинство людей, ну, большая часть отвечает, что у детей еще есть впереди будущее, а у взрослых типа нет ничего. И это настолько, простите, антихристианская позиция, поэтому если у тебя есть понимание, что человек – это уникальное существо, которое никогда больше не будет, он один такой, его жизнь ценна. Если есть такое понимание, то будет понимание, как ему помочь. Вот, и тогда не будет слов... Ну, не знаю, недавно услышала, что... Но мы же не можем ради одного человека писать заявление в Минздрав.
можете и будете, потому что один человек ценен. Я недавно читал воспоминания о докторе Гаазе, который в 19 веке, вот замечательный доктор такой, его сейчас католическая церковь пытается канонизировать, он в Москве как раз занимался тем, что до самых высоких кабинетов ходил, чтобы и даже на колени периодически вставал, в том числе перед генерал-губернатором, за конкретных людей. Не за каких-то там даже, не за больницу, которую он тоже строил для заключенных, отверженных, можно сказать, тогда, в тех условиях Москвы, в тех условиях Российской империи, где про заключенных вообще в последнюю очередь думали, как о какой-то категории нуждающихся людей. Он о конкретных людях просил, и вот падал в ноги, просил за них. И это действительно вызывало тогда ощущение, что этот человек немножко чудаковат, даже не немножко. Вот. Сейчас похоже, что в целом отношение к таким людям, которые вступаются за конкретного человека, даже во многом незнакомого, да, это не какой-то там родственник, да, вступаются, потому что просто иначе не могут, потому что это христианский какой-то долг, они чувствуют, наверное, действительно какая-то по-прежнему что-то неотмирное в этом. Особенно если ты понимаешь, что вы проявляете заботу о людях, которые неизлечимо больны, решение у этой проблемы все равно очевидное, и рано или поздно, да, скорее рано, и, ну, не очень понятно вообще, как бы, зачем вы с этим совсем возитесь, да. Ну, то есть я опять, у меня роль, вечная роль обывателя в этом проекте, да. Но как вы сами, в принципе, себе отвечаете? Я так поняла, Юль, твой ответ понятен, да, но где вы черпаете, может быть, вдохновение или оптимизм, зная, что вы работаете с неизлечимо больными людьми, и сколько бы вы сил ни отдали им, как бы вы ни вложились, как бы вы ни поддерживали эту жизнь, она все равно потихонечку иссякает и, ну, достаточно скоро закончится. Да, мы прекрасно понимаем, что жизнь человека, она закончится рано или поздно, но просто вот очень большое понимание существует, что то, что мы делаем, оно необходимо. Оно необходимо и самому человеку, и близким, находящимся рядом с этим человеком. Потому что, да, вылечить нельзя, но помочь можно очень многому чему. Вот два самых тяжелых вот этих вот нарушений, которые происходят в ходе прогресса заболевания, нарушение глотания и нарушение дыхания. С обоими этими состояниями необходимо работать и сделать все вовремя, и сделать все необходимое. Нарушение глотания. К чему оно может привести? Человек просто медленно уйдет на глазах у своих близких от недоедания. Будет терять силы, то есть смотреть на это невозможно, это и смотреть невозможно, и вот переживать это, то есть это можно понять, насколько тяжело. И нарушение дыхания. Когда у человека медленно-медленно атрофируется вот эта возможность дышать. И не только дышать, но еще и, так сказать, сопутствующая проблема. Постепенно вот эта какая-то сопутствующая такая проблема басу образуется мокрота в легких. То есть он задыхается не только от слабости работы своей мускулатуры, не может дышать глубоко, но и от забитости легких. То есть мучительнейшее, тяжелейшее состояние. И вот что касается нарушения глотания, нужно вовремя поставить гастростому. Нужно дать эту информацию и пациенту, семье, они очень часто об этом даже не догадываются, что и как надо делать, и объяснить врачам, что необходимо делать, какие условия, зачем нужно следить, как нужно проводить операцию, научить врачей. То есть здесь огромное поле деятельности. То же самое в отношении нарушения дыхания. Эта проблема решается, состояние облегчается. Оно облегчается с помощью респираторного оборудования. Аппарат поддержки дыхания НИВЛ и аппарат-откашливатель, который очищает дыхательные пути от слизи, от мокроты. Оба аппарата дорогостоящие. Так, для понимания, различные модели стоят от 200 тысяч до миллиона. И эти аппараты выдает государство в рамках оказания паллиативной медицинской помощи. И очень часто, практически почти с каждым новым пациентом мы проходим такую историю от полного непонимания врачами, что необходимо делать и как они могут это сделать. Даже если они понимают, что ему нужно, он говорит, а где мы его возьмем?
поликлинике его нет. Вот мы объясняем, где они его возьмут. И так далее, до решения вот этой проблемы. То есть мы решаем конкретно для каждого человека вот эти проблемы, которые облегчают, реально облегчают его состояние. Ну и плюс мы постоянно рядом, мы оказываем всю поддержку. Вы знаете, вот за это время работы очень немало раз я слышала слова «нам теперь не так страшно». Вот, вот, эти, вот это вот слышу постоянно. Мы боремся за этого человека, мы все объясняем, мы добиваемся, а иногда не успеваем добиться вот этого оборудования. Бывает, бывает и такое. Они встают иногда к нам уже в очень тяжелом состоянии, и несмотря на все вот эти вот очень такие интенсивные наши усилия, причем всех сотрудников, не успеваем, человек уходит. И в этом случае, казалось бы, поражение, казалось бы, но, тем не менее, нет. Во-первых, люди сразу поняли на тот момент, что им надо делать. Родственники поняли, что они не бессильны, они не просто будут наблюдать вот это вот тяжелейшее вот это состояние ухода своего близкого от медленного, вот, так сказать, нехватки воздуха, не хочу даже называть. Первое, они тут же получают толчок, надо делать то-то, 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 все завертелось. И даже если мы не смогли, даже если не успели, то, тем не менее, это первое, люди получили вот эту вот поддержку, они и за это тоже они очень благодарны. Второе, мы не оставляем таких случаев, когда вот этот вот уход человека можно было предотвратить, когда государство в силу там медицинской организации, в силу там непонимания или какой-то вот тяжеловесности вот этой вот работы государственной машины не смогли, не исполнили вот этих вот своих функций, мы об этом не молчим, мы даем, так сказать, эту информацию по разным, так сказать, каналам, это могут быть и средства массовой информации, в соцсетях, то есть мы работаем над тем, надзорные органы, то есть мы работаем над тем, чтобы следующий пациент получил все вовремя, то есть каждое наше поражение, оно ведет к следующим победам, и вот за последние вот 2-3 года ситуация радикально изменилась. То есть если мы вот 3 года назад каждой выдаче аппарата государством, мы, так сказать, об этом узнавали все сотрудники, мы это прям отдельно анонсировали. Теперь это уже рутина. Мы уже подключаемся, то есть, ну, в половине случаев все происходит нормально. Мы уже подключаемся, когда это происходит... Это как раз пример того, что системная благотворительность, когда она развивается не просто в качестве какого-то такого, знаете, импульсивного движения, просто кому-то что-то один раз дал и забыл, а вот именно когда эта работа именно профессионалов фонда приводит к изменениям, которые чувствуют люди практически по всей стране. Это действительно большая заслуга ваша и всех, кто этим занимается. Я действительно, как человек, причастный к этой тематике, в общем-то, служба фонда во многом была связана с Православной службой милосердия в Москве и с больницей святителя Алексея Церковной, где, в общем-то, зарождались первые такие попытки создания фонда, и это двигалось все очень хорошо. Сейчас мы видим, как это все хорошо дальше развивается на уровне действительно всей страны. Это большая заслуга. Спасибо вам огромное. Я хочу, если честно, вернуться прежде всего к тезису, который Юля озвучила. Она сказала по поводу того, что христианство и благотворительность иногда и часто, вот я так понимаю, в твоем сознании не очень связаны. Да? Для многих людей ты приводишь пример то, что не все, да, сотрудники благотворительных организаций являются христианами. У меня ощущение, может быть, я сейчас как вопрос тебе, у меня ощущение, что скорее здесь имеет, и мы имеем дело с ситуацией, когда вот в человеке проявляется вот это ощущение того, что он, как у него душа по природе своей христианка, вот скорее про это речь, да, он, может быть, еще до веры не дошел в своем каком-то, в рефлексии такой, в своем каком-то сознании, да, но, может быть, как первый шаг вот в направлении добра, потому что добро – это ведь это Господь Бог, да, он уже делает, через это, может быть, ему откроется потом что-то, да, ты про это так не думала? Вася, ты мои мысли читаешь. Я тоже хотела сказать про душу христианку, но, с другой стороны, я бы не ставила, знаешь, вот нас, христиан, как-то в каком-то, в каком бы то ни было смысле выше других людей, потому что, ну, все мы делаем одно дело, все мы помогаем. Как-то так. У меня нет ощущения, что там, боже упаси, что мы чем-то, мы каким-то преимуществом обладаем.
У тебя был опыт жизни в протестантской общине. Ты пришла из баптизма, и я так понимаю, что там как раз социальное служение развито, ну, очень неплохо, так скажем. У них, у баптистов вообще, мне кажется, какой-то даже, можно сказать, один из ключевых акцентов вот в этом направлении. Да, абсолютно. Знаешь, что мне вспомнилось? Мне вспомнился случай в Мариупольской больнице. Мы там с сестрами ходили по палатам. Ну, наши обязанности были людей помыть, перевязать раны. Ну, вот такой уход. Там, по-моему, 90 человек было на этаж, нас трое или двое. И вот вечером мы встретились в одной палате с баптистами. Они тоже ходили, но они песни пели. Мы немножко с ними попели песни. Вы делали грязную работу, они песни пели, да? Нет, ну это я так... Они тоже, они молодцы, они тоже делают свое дело. У них действительно служение и миссионерское, и социальное, оно даже больше, может быть, развито, чем... Ну, точнее, я бы так сказала, что каждый баптист, он чувствует своим обязательным долгом участвовать в каком-то служении. Это так и называется служение. Миссионерское, там, социальное и так далее. Я бы не сказала, что каждый, кто называет себя православным, имеет такое чувство. Но, с другой стороны, вот тоже случай вспоминаю, получала справку медицинскую для того, чтобы в Мариуполь ехать. И, видимо, охранник услышал вот это слово «Мариуполь», волонтерство. Я выхожу со справкой с, значит, медицинского учреждения, он за мной выбегает и говорит: «Постойте, постойте, а скажите, а зачем вы этим занимаетесь?» Я даже растерялась, потому что, ну, как бы для меня не стоит вопрос «зачем?». А вот для человека стоит. И я сказала: «Ну, наверное, по зову сердца». А он понял? Не знаю. Он еще сказал: «Вам, наверное, за это платят хорошо». Я улыбнулась. Ну, люди склонны искать логические объяснения поступкам, которые им не свойственны. Может, просто так. В его окружении нет таких людей, которые, может быть, вот показывают вот такой образ жизни, и поэтому для него просто это странно. Может быть, если он будет чаще слушать программу «Делать» или на радио «Вера». Ну, я, кстати, не исключаю, что он весь остаток дня сидел, втыкал и думал, да, что же здесь не так, что с этой женщиной не так, или он наоборот. Побежал, а что со мной не он так, как да? Как минимум захотел узнать, зачем это нужно. Это похоже на Закхея, быть... который залез на дерево. Угу. Кстати, да, интересно. «Делатели» на радио «Вера». Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с представителем фонда «Живи сейчас». Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3443. Короткое слово «БАС», поставить пробел, написать сумму, например, «БАС пробел 300». Юля, а вот когда ты уже работала в фонде «Вера», это, по-моему, 18-й год ты говорила, да? Ты уже тогда пришла, перешла в православие, так можно сказать, из баптизма? Или да, это было позже? В каком году? Я в 2006 перешла. Угу. То есть это, в общем, для тебя уже было какое-то осуществление социального служения внутри церкви в каком-то смысле? Ну, я для себя так это не называла, просто это как-то была естественная потребность помогать. И я не знаю, почему. Может быть, потому что первая книга вообще православная, которая мне попалась в руки, это была книга митрополита Антония Сужеского. По-моему, она называлась «Встреча». Я отлично помню, как я сидела и читала ее на баптистском собрании. И у меня был какой-то очень большой контраст. Я читала, я смотрела, я читала. И у меня было ощущение, что в этой книжке очень много всего, гораздо больше, чем то, что я вижу вокруг. И вообще, когда я пришла в православную церковь, у меня было чувство, что вот как будто стены комнаты и потолок упали, и я увидела вот такое бесконечное небо. А как же вредные бабки, которые выгоняют из храма, и попы на мерседесах, и вот это вот все, неужели, Юля, вас никак не посещала? Не посещала. Ну ладно, я немножко иронствую. Я на самом деле хотела вернуться к тому, что БАС абсолютно неведомая такая
неведомая болезнь, какая-то она очень мистическая получается, да? Мы говорили в самом начале о том, что никто не понимает, почему она происходит, никто не знает, как долго с ней может прожить человек, но очевидно, что может прожить достаточно долго. Я посмотрела, Хокинг до 76 лет дожил. То есть 56 лет, да, человек жил с этим заболеванием. И это как-то неведомо связано со силой духа человека. Не знаю, для вас постоянное взаимодействие с этим явлением является каким-то, не знаю, инструментом, простите мне это слово, укрепления собственного духа? Или все же это, наоборот, что-то такое, что продолжает пугать, обескураживать и запутывать? Абсолютно верно, является. Вот на протяжении вот этой вот работы с этими семьями вы не представляете, сколько я видела примеров какой-то необыкновенной совершенно любви. Вот в семьях вот героизм, вот просто вот любовь, насколько они чутко видят, слышат друг друга. Это заболевание, оно их... слышала даже такое, что это не хуже, это по-другому. Они остановились, и они увидели друг друга. И вот мы перестали вот заниматься вот этой ежедневной рутиной, то есть это стало уже не так важно. Мы увидели, услышали и стали общаться вот просто вот как-то вот это, ну, отношения между мужем и женой. Стали вот, ценить, допустим, друг друга. Да. Ценить друг друга. Ценить каждый момент. Каждый вот, вот каждую улыбку, каждое, так сказать, вот какое-то вот движение и помочь. Вот когда все хозяйство было когда-то на жене, муж занимался только работой, приезжают на дачу, там оба в огородах, там один там, другой там, так сказать, там с какой-то техникой, кто-то что-то. То есть какая-то рутина идет, вот эта вот непрерывная череда каких-то вот этих вот дел. А вот все остановилось. То есть вот та прежняя жизнь, она прекратилась. Я вот вспоминаю вот одну семью, которая первая была моя, кого я ставила на учет, совершенно чудесные просто вот люди. Они Саша Ивлева. Вот. И муж научился готовить. Вот она теперь сидит на кухне, она царит. А вот Саша, он все для нее делает. И как он делает? Вот этот пирог, который вот он испек, и вот и с этим же пирогом нас встретил, когда мы вот приехали в гости. И вообще все, вот люди улыбаются, мы вот, у них можно учиться и учиться. Ведь у нас же какая-то там неприятность может быть. Ну, какая неприятность? Ну, я не знаю, ну, черкнули себе крыло автомобиля, еще что-то такое, и о, ужас. И вот, вот это вот все вот происходит такая вот переоценка ценностей. Просто вот теперь вот по-другому совершенно вот вся жизнь воспринимается, и эти люди, они где-то вот, вот являются учителями. Я говорю, а примеров можно, вот они прям калейдоскопом перед глазами проходят, огромное количество. Вот посмотреть ролики, их очень много на Ютубе, Таня и Паша Шестимеровы. Уникальная совершенно семья. Тоже больше 20 лет она родила. Да, 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 тоже больше 20 лет она родила второго сына, уже она родила, будучи больной. И вот Паша, который ее и в прямом, и в переносном смысле на руках, там, вы знаете, вот такая любовь, которая вот, вот можно только... Тут вообще речи нет, чтобы вот пожалеть этих людей. Это, об этом, в принципе, речь не стоит. Вот я ими восхищаюсь. И не только, кстати, имя. Тоже слушала тебя и хотелось вспомнить про Шестимеровых. Я еще не знала, что это Шестимеровы. Я просто там в отчетах годовых на сайте фонда, когда еще даже не работала, видела, попадалась мне фотография просто прекрасной улыбающейся женщины с трахеостомой в шее. Но улыбка совершенно чудесная. И вот я недавно узнала, что это Шестимеровы, и вот так они живут. И вот просто смотришь на человека, у которого неизлечимый диагноз. А она такая счастливая. И вот это, конечно, немножко тебя так сбивает. Не знаю, что уж, спесь и какую-то замыленность твоего взгляда. И ты думаешь, какие у меня проблемы, почему я сегодня не улыбаюсь, у меня все хорошо.
Не так давно, по-моему, несколько лет назад, интернет всколыхнула история про такой челлендж, который устроили как раз в поддержку больных боковым амиотрофическим склерозом, когда были ледяные обливания по всему миру. Там и Цукерберг, и Джордж Буш, и кто только не обливался там. И... Мы тоже обливали. У нас в стране тоже все звезды эстрады, и не только эстрады, обливались, конечно. И я помню даже... Команда Первого канала во главе с Константином Эрнстом, когда начинался новый телевизионный сезон, они облились тоже в прямом эфире ледяной водой в пользу тогда службы милосердия, которая, собственно, тогда проект БАС был в рамках службы милосердия московской православной. И, естественно, там главный вопрос стоял о том, что все это, конечно, фан, все это ради веселья, но при этом обливания проводились для того, чтобы привлечь внимание, с одной стороны, к заболеванию и к проблеме, с другой стороны, собрать средства на деятельность вот фондов в поддержку людей, болеющих боковым амиотрофическим склерозом. И там была история, что бросаешь челлендж, бросаешь вызов. Если ты можешь облиться, соответственно, ты бросаешь вызов другим двум, да, своим как коллегам, партнерам, и таким образом это все распространяется. А в Америке, я так понимаю, эти средства собирались для того, чтобы исследовать в большей степени, да, там научные какие-то исследования по поводу поиска какого-то лекарства, да, или какого-то средства, да, против этого заболевания. Как вообще двигается это все? Насколько болезнь по-прежнему, там никаких шансов нет, что она перестанет быть неизлечимой? Слушайте, ну шансы, конечно, есть, но на данном этапе, насколько мне известно, Млада, может быть, поправит, на данном этапе ведутся исследования, но пока ни лекарства, ни причины заболевания неизвестны. Но мы, конечно, очень надеемся, что удастся понять механизмы действия этого заболевания, найти лекарства. Но пока мы делаем то, что можем. А мы реально много можем сделать. Да. Ну, а давайте расскажем, действительно, что можно сделать, ну, помимо того, что человеку помогают дышать и глотать, что еще ему необходимо и что можно сделать для того, чтобы качество его жизни улучшилось, несмотря на то, что там, его двигательные возможности ухудшаются? Другое медицинское оборудование, которое необходимо людям с уже значительной степени нарушения двигательных функций, когда у человека не работают ноги, руки и то, и другое. Ему на определенном этапе уже необходима многофункциональная электрическая кровать. То есть это такая вот кровать-трансформер, которая позволяет ему, ну, максимально сохранять какую-то вот возможность самообслуживания, чтобы он не просил, чтобы его подошли и приподняли на подушках, чтобы его... как-то вот повернули. Он может сам себя легко с пульта приподнять на 30 градусов, на 45. Вот он посмотрел телевизор, потом он опять себя откинул. Для того, чтобы встать, эта кровать, она меняет уровень высоты ложа. И выставив ее на тот уровень, с которого ему удобнее подниматься, естественно, с помощью близких, а близкие тоже очень в этом вопросе задействованы, вот сорванные поясницы – это, так сказать, то, что знают все родственники вот таких вот людей. То есть вот это вот предмет медицинского оборудования необходим. Стоимость у него тоже достаточно высокая. Там, это не аппараты респираторной поддержки, но тоже там где-то порядка 100 тысяч плюс-минус. Затем подъемник, электроподъемник. Он позволяет человеку, когда уже он не может перемещаться на коляске, когда уже сложно его встать, чтобы он смог сам самостоятельно встать и пересесть, уже тогда требуется электроподъемник. Это такой вот гамачок на штативе, который перемещается на колесиках по квартире и тоже помогает человеку, ну, сохранять, ну, так сказать, некую какую-то вот активность, вот переехать там на кухню, там куда-то там в ванную, там еще там какие-то вот по квартире. А если зона доступности, то, соответственно, и выехать на улицу, ну, особенно там, если там частный дом, если это не многоподъездный дом. Вот, то есть это вот два предмета, которые необходимы
очень многим людям на определенном этапе тоже должны обеспечиваться государством, тоже с этим проблема. И фонд мы вот регулярно там, так сказать, организуем сбор пожертвований на закупку этого оборудования. Либо вот государство, либо мы помогаем вот с этими предметами. Хотя и медкровать, и подъемник есть в списках необходимой паллиативной помощи. В принципе, государство должно предоставлять, если есть медицинские показания. Ну вот я так предполагаю, что могут радиослушатели сейчас подумать, ну вот есть фонд, да, есть, в общем-то, московская организация, в которой есть замечательная Млада, есть замечательная Юлия, целый ряд других сотрудников, они как-то онлайн занимаются. Но все-таки, если представим, что вот я, например, уже проживаю в городе Якутск, например, или в городе, например, там Ванино в Приморском крае, что мне там может дать фонд, условно, да, а если говорить про конкретные, да, населенные пункты, доедет ли как-то сотрудник фонда до туда, или это не нужно? Это не нужно совершенно. Ну вот возвращаемся к разговору о службе баз. Во-первых, Млада уже говорила, что у нас мультидисциплинарная команда, то есть это невролог, это логопед, это нутрициолог, физический терапевт, психолог. Кого еще забыла? Патронажная сестра. Патронажная сестра, медицинский консультант. Да. То есть целая команда, которая первое, что бывает необходимо, это просто человеку дать представление о том, с чем он столкнулся, с какой болезнью. Потому что местные неврологи, болезнь редкая, и местные неврологи часто не знают, что делать и как быть. А наши знают. И вот когда у человека появляется консультация всех этих специалистов, он понимает, что он может делать. Потом, что у нас еще есть? Медицинское оборудование, мы тоже об этом говорили. Ну, то есть, у нас еще прекрасные, замечательные социальные работники, которые связываются с семьями и консультируют их. Какую помощь они могут получить от государства и какими шажками к этому идти? Потому что часто ни люди не знают, ни на местах не знают об этом. То есть, получается, фонд – это такое связующее такое звено между семьей и государством на месте в виде поликлиники или какого-то конкретного врача, который ближе всего находится, да, и социальных врач, служб государственных. Врач медицинской помощи, не только социальных, да, и Министерство здравоохранения. Ну, я просто предполагаю, что в городе, даже, по-моему, это не город, это ПГТ Ванино, да, например, я почему-то… Где угодно, хоть избушка в лесу. Это отлично, но все-таки там в лучшем случае ЦРБ какой-то есть, где невролог вообще не факт, что есть в принципе. Там до Владивостока, условно, там, я не знаю, сколько от Ванино до Владивостока, но, по-моему, немало. И как бы вот что, во Владивосток ехать, да? Или как вот вообще, это же наша страна очень большая, да, фонд один. В каждом отдельном случае эти проблемы решаются индивидуально с учетом нюансов вот этого конкретного место жительства каждого пациента. Проживая он в Москве или в каком-то там крупном областном городе, или вот в Ванино, расположенной там 280 километров от какого-то там ближайшего регионального центра, он имеет право, и он получит вот эту вот всю помощь. А вот каким образом? Значит, первое, это информационная поддержка, это консультации врачей. Мы всеми путями. Вот я работаю с регионами, и вот я вот тут уже как никто понимаю вот всю вот эту вот специфику. Интернет в каждую избу – это наше будущее, но пока, так сказать, на данный момент реализованное… Не полностью, да, скажем. Не полностью, да. Значит, здесь прямо подключается огромный, прям некий, так сказать, перечень задач. Мне надо организовать видеосвязь с этим пациентом. Как я это сделаю? Значит, я ищу родственников, знакомых, соседей. Я им же подсказываю, так сказать, куда они могут обратиться. Ну, и мы находим, мы всегда находим кого-то. Далее, затем, с помощью этих родственников, которые приходят к этому человеку с каким-то гаджетом, мы организуем видеосвязь с нашими врачами, специалистами поддерживающих терапии. Значит, они смотрят, и они расписывают всю тактику, все, что и как надо сделать в плане вот дальнейшей
поддержания состояния. Дальше мы эту тактику имеем. А теперь вот следующая задача специалиста, только вот не соцработник. Соцработник – это вот, который огурцы разносит. Это специалист по медико-социальным вопросам. Вот он уже скажет, каким образом нужно все вот это вот получить. Значит, это оборудование респираторное, это, ну, та же самая кровать и так далее. Это все должно быть предоставлено пациенту на дом. То есть бывают нюансы вот выдачи, иногда бывает в каких-то регионах врачи настаивают на выдаче, получении этого оборудования, рецепты выписываются на все вот эти вот препараты в условиях стационара, то есть они настаивают на госпитализации, и это иногда бывает обоснованно, иногда не вполне, поскольку мы все понимаем, что такое внутрибольничная инфекция, ковид плюс БАС – это нехорошо. Вот. Плюс обездвиженный пациент с очень сомнительными возможностями ухода в стационаре – это нехорошо. То есть мы стараемся решать этот вопрос с выдачей все на дом. Но, тем не менее, бывает и так, и так. Но, тем не менее, так или так он получает это оборудование и затем переезжает с ним домой или сразу выдается на дом, где оно настраивается, в идеале врачами местными. Очень часто мы имеем дело с тем, что ни одного нет врача, который видел эти портативные аппараты. Мы предоставляем всю вот помощь наших специалистов. Иногда это бывают организованные консультации совместно врач местный, врач наш дистанционно, кто-то там родственник, естественно, находится, обучение, либо кто-то настраивает как может, мы уже затем дистанционно корректируем. В общем, короче, в каждом отдельном случае проблема решается. Вне зависимости от места проживания. Но выездов у вас нету на... В регионы, конечно, нет. Я бы с удовольствием съездила. Но не получается пока, но не получается. Волга. Красота. Знаете, наша голубая мечта фонда, чтобы на местах были вот эти мультидисциплинарные команды, и чтобы врачи понимали, что они делают, что делать с пациентом, как его маршрутизировать. Но пока этого нет, мы пытаемся к этому двигаться. И не могу не сказать, что у всех неврологов, терапевтов, может быть, реаниматологов, зовем на конференцию по БАС очередную, которая будет в Москве 18-19 мая, где у них будет возможность встретиться со своими коллегами, узнать больше про эту болезнь. Это важно. И чему-то научиться. Чему-то научиться, угу. Да. Спасибо вам огромное, да. И затем регулярно проводятся школы для врачей, школы респираторной поддержки, школы эндоскопической хирургии, постановки гастростомы, патронажные школы по уходу для родственников и, так сказать, среднего медперсонала, то есть обучающие образовательные программы, они регулярно проводятся фондом. Тут и индивидуальное обучение врачей, и в рамках образовательных программ общих. Спасибо большое за ваше служение, за это непростое направление деятельности, которое действительно вы на себя как-то взяли, и действительно удается помочь большому количеству людей, это бесценно. Спасибо огромное. Если у вас есть желание поддержать работу фонда «Живи сейчас», это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3443 слово «БАС», поставить пробел, написать сумму, например, «БАС», пробел 300. С нами были Юлия Пасашко и Млада Токарева. Это Василий Рулинский. И тут Ларсен, проект-делатели. На радио «Вера». Всего доброго. До свидания. Спасибо. Делатели на радио «Вера».